друзья, мерсим. У нас на дворе апрель уже начался. Есть у нас в деревне тут такая поговорка, которая, ну, обозначает как бы приход весны, что если сено заканчивается, значит уже весна на дворе. Я что-то календарь листаю, ну думаю, март, там, апрель, ладно. Потом посмотрел, бах, а у меня два тюка осталось. Точно смотрю, грачи прилетели. Ну, давненько уже вот скворцов уже даже видели, все, уже скворцы прилетели. Вот, поэтому весна сейчас пошла семимильными шагами у нас здесь. До этого как-то снежок был, все, а сейчас плюсовые температуры каждый день. И уже лужи, вот, соответственно, это такая горячая пора обороны. Вот так получилось исторически, что наша деревня находится, ну, как бы в низине. Получается, вот то направление, это юго-восток. Там возвышенность, и там возвышенность. Вот, а мы, получается, как бы в низине находимся. Соответственно, вся талая вода с полей идет отсюда, проходя через деревню, и дальше уходит в лага. Вот, собирается в одну речушку. Эта речушка называется Ермачок по карте. Вот, и она дальше уходит там в соседние деревня и села. Вот, и, соответственно, у нас обороной занимаются все, ну, от мала до велика. Вот, сейчас пойдем посмотрим. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте нравится этому видео, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее. А я пойду вам показывать. Тут маленько размяться решила, чтобы не затопило участок. Главное средство борьбы — это вот ручей таких канав, и каждый, где живет возле своего участка, такую канаву роет. То есть тут супруг мой рыл, там сосед рыл, тетя Люба у себя сама роет. То есть тут как бы что где прилегает, тот и роет у себя. Ну, может, если какой старый человек, ему помогают. Молодежь иногда приходит. Это интересно. Вот так вот. Скоро уже побегут тут прямо бурно ручей потечет. И можно будет кораблики пускать. Это целая забава такая. До конца этого канала я дошла. Завтра наши прокопают дальше, и вода туда пойдет, в ту сторону. Сейчас еще пойдем другие наши каналы посмотрим. Туда. Вот между нами и родителями тут целая система водоотведения. Идет такой ров. И уходит от дельта реки дальше. Сейчас покажу. Канавы все показали, я думаю, что еще кое-где там подроем,
скоро будем пускать кораблики, наверное. Посмотрим, как поток воды будет в этом году. Каждый год всегда все по-разному. По-разному погода, по-разному количество снега, соответственно, разные потоки воды. Вот видно, да, здесь уже проталина. Всегда приятно, когда еще где-то снег, а у нас уже практически лето. Хоть прямо-таки высаживай сюда что-нибудь. Завтра решили пробежаться по озерам, посмотреть, подправить там, где-то подкопать, чтобы дать воде тоже возможность, ну, лишней воде уйти, в общем, влага. Ну все, до новых встреч, новых видео. Всем здоровья. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.